Хочу подчеркнуть, у нас разрешено всем гражданам Российской Федерации хранить свои средства там, где они посчитают нужным. В том числе и в иностранных финансовых учреждениях. И я в свое время не только с этим согласился, я это поддержал. Угу. Почему? Потому что слишком часто наши граждане сталкивались с проблемами, когда их просто надували. Жестко и жестоко, я бы сказал. В начале 90-х обманули, когда сожгли все накопления граждан. Потом в 98-м году они опять все потеряли. Нужно дать людям свободу выбора.